Понятная песенка, это про магазин ВТО, то ли всесоюзного, то ли всероссийского театрального общества. Это такой магазин, где можно купить какие-то театральные аксессуары, парики, там всякие устройства для украшения. Сейчас это, в общем-то, где-то можно заменить слово ВТО ботокс-клиникой, а песня остается та же. В магазине ВТО. В магазине ВТО вам не надо ничего, кое-что там ни за что продается. Парики, как старые, без детей, не без завет, будешь новый человек. Только взгляд застыл навек, потерпеть, конечно, чуточку придется. И не забудьте и дяди мы заглянуть, как все красиво, их искусственная талия и грудь. Можете примерить, натянуть. Боже мой, как жизнь ужасна, жизнь ужасна, жизнь прекрасна. Мало грима, грима масса, грима масса. Можно жизни все гримасы затереть, маску старую сорвать, маску новую надеть. В магазине ВТО нужно жизнь себе и то присмотреть.